Проводы зимы устроили в Приморском районе. Народные гуляния прошли сразу на нескольких площадках. Праздник устроили и на берегу озера Долгое. Здесь для жителей Приморского организовали традиционные народные развлечения: беличьи колеса, перетягивание каната, бои подушками и катание на лошадях. Гостей развлекали аниматоры в традиционных костюмах и фольклорные коллективы города. Главное — с хорошим настроением это делать, потому что наконец-то зима уходит, питерская холодная зима, и наступает наша любимая весна. Встречать весну возле озера Долгое пришли сотни людей. Здесь были организованы мастер-классы по акварели, росписи пряников козуль, изготовление фигурок и лепки из глины. Масленица – один из самых древних праздников. Считалось, что не грех как следует повеселиться перед временем молитвы и покаяния Великим постом, который продлится до конца апреля.